Итак, всем привет, уважаемые подписчики, с вами Алекс Монг. Я продолжаю проходить игру Road Rash 3 для консоли Sega Genesis Mega Drive. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что завершили второй этап и купили новый мотоцикл, самый лучший в спортивном классе. И сейчас мы с вами будем покорять третий этап. Начнем, как обычно, с Бразилии протяженностью 10,5 миль. Кстати, обратите внимание, появилась новая локация. Япония. О да, это одна из моих любимых трасс в этой игре, потому что она происходит ночью. А ночью в этой игре по-настоящему красиво. Очень красиво. На дорогах Японии очень много пешеходов и велосипедистов. Поехали. Ну что ж, отличный мотоцикл. Ну, можно, в принципе, и проапгрейдить будет. Кстати, полицейский автомобиль виляет влево и вправо, поэтому аккуратно при его обгоне. У везунчика, я считаю, самое никчемное оружие в игре. Он просто кидает масляные банки под колеса. Блин. Thank you.
козел такой. Победа. Итак, первый заезд из пяти завершен. И, как видите, приз за первое место уже $4000. Ничего, красотка, Нина-то какая. Наслаждайся, пока можешь, красавчик. Я постараюсь охладить твой пыл. Ну-ну. Да тебе, мне кажется, в модельном агентстве работу-то надо искать, но никак не в гонщике. Дальше идет Англия. Не забываем про левостороннее движение. Ёшкин-то. Ха-ха-ха.
поздно, гражданин начальник. Я уже у финиша. Второй заезд завершен, и опять Нина ко мне пристает. Думаешь, ты крутой? Ха-ха-ха. Просто ты пока не разозлил как следует Уолли. Так, а при чем здесь Уолли? Вы что, с ним друзья? Ну, понятно. Только сейчас обратил внимание, что она показывает жест большой палец вниз. То есть якобы намекая на то, что я лузер. Но-но. Германия. Дуплет. Сразу двоих скинул. Ой, ребята, извините, вы просто не вовремя дорогу переходили. Забываем, скоро коварный 42-й километр. Вот там уже будет лучше притормозить. Вот так. О, старая знакомая, ПЕ номер один. Ребята, вы, конечно, удачно припарковались. Где-то они так просто столкнулись, и авария, типа. Красивые здесь полицейские тачки вообще. В принципе, 85-й километр тоже коварный. Он начинается с третьего этапа. А эти глыбы снега действуют как трамплины.
Да, я сделал это. Третий заезд из пяти завершен, с призом $4000 за первое место. И Уолли говорит, вот он, кстати, легок на помине. Тебе повезло, что у меня сегодня болит поясница. Обратите внимание, это он меня в прошлой гонке протаранил электрошоком, так что я потом не мог двигаться. Да-да, это оружие... Извиняюсь... Ну и также в игре есть такое оружие, как баллончик со слезоточивым газом. Тоже временно деактивирует вас как игрока. Парализует, можно сказать. А если получается, что вы едете просто по прямой и можете впилиться куда угодно. Потому что несколько секунд вы просто не можете двигаться. Вот такие дела. Ну, остальное оружие, в принципе, вы знаете. Нунчаки, цепочка, монтировка. Ну и, конечно же, баллончики с маслом, как у счастливчика этого, которые, я считаю, вообще бесполезные. Если вы случайно его добыли, просто выкинете и все. И вот у этих оружий, которые ограниченного действия, то есть канистры с маслом, вот как у Оли электрошок и баллончик со слезоточивым газом, их можно использовать ограниченное количество раз. Так что, если вы хотите, чтобы у вас это оружие осталось, перешло к вам на следующий этап, просто постарайтесь последний залп, так сказать, не тратить. И тогда на следующем заезде все восстановится. Ладно, пойдем дальше. Вот она, Япония. Сейчас заценим. Какая красота. Ни в одной игре серии Road Rush вы такого не увидите. Ночной уровень есть только в Road Rush 3.
Кстати, атака вертолета — это опускаться перед вами. Но я... Сейчас ему кажется, удачно попал на винт, и он упал на землю. Хорошо. Ну все, все повержены. Фух, блин, первое место, они же могли меня обогнать. Гонка была. 4 из 5 раз пройдено и заработано $4000. И опять ко мне пристает Уолли. Везение сопутствует тебе, но я постараюсь помешать этому. Ты какой злобный, а? Он даже внешне на кого-то пирата похож. И Австралия. Thank you.
Ну все, мы победили. И к нам обращается ПЕ номер один. Так ее зовут в оригинале. Мы раньше не встречались? А ты что, меня забыла, что ли? Конечно, встречались. Еще в Родраж 2. Только что-то она припозднилась, только на третьем этапе появилась. Непонятно почему. Ну ладно, в общем, третий этап мы завершили с призом $4000 за первое место. Давайте традиционно посмотрим, сможем ли купить новый мотоцикл для четвертого этапа. Поскольку самый лучший спортивный у нас уже есть, стоит замахнуться на супербайке. Так, немного не хватает на Suzuki 750. А Кавасаки, я думаю, покупать нет смысла. Ну-ка, давайте сравним количество лошадиных сил. Так вот, 140 у Сузуки. $120 у моего. Ну, побольше. Я думаю, стоит немножко подкопить. Накопили. Уолли говорит, ты гордишься только... А, ты годишься только на чучело для моего музея. Блин, а... Да. Я в смятении. Теперь мне хочется покопить на стилетто 900N. Давайте так и сделаем. Еще подкопили немного. А вот и Наташа. Очень приятно, когда она ко мне обращается, потому что смотрите, какая она симпатичная. Будь внимателен. На обочине могут быть припаркованы машины. Спасибо, Наташенька, за совет. Все-таки здесь она самая красивая, в отличие от других частей Родраж. Ну ладно, берем стилетто 900N, а Diablo 1000N мы оставим на пятый этап. Фу ты, ё-моё, маленько даже не хватает. Ладно, прошу несколько секунд терпения. Ну вот и все, немного стараний, и необходимая сумма у меня даже есть. На последний Diablo 1000N. Ура! Берем его! То есть, самый лучший мотоцикл в игре. В этом байке сочетаются все самые новые разработки. 160 лошадиных сил и 490 фунтов веса. Берем. О да! Этот красавчик мой.
Улучшение двигателя пока дороговато. Давайте, я думаю, мы купим новую резину, поскольку здесь нитроускоритель, нас очень часто будет заносить, и новая резина нам в этом очень поможет. И, конечно же, защиту. Ну вот и все. Поскольку мы перешли на четвертый этап, на этом я серию завершаю. С вами был Алекс Монг. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, комментируйте на форуме. А с вами был Алекс Монг. Всем пока и удачи, ребята. Берегите себя и своих близких.